Жители Сирии в основном с энтузиазмом восприняли перспективу перемирия в стране и начала мирных переговоров. Люди устали от непрекращающегося с 2011 года насилия. Вот что говорят люди на улицах Дамаска. Это смелое решение, и мы все в Сирии такого решения долго ждали. Мы хотим, чтобы перемирие стало постоянным. В Сирии уже и так по всей стране пролилось слишком много крови. Прекращение огня означает спасение жизней, и это было бы хорошим решением для нашей страны. В зонах, контролируемых повстанцами, как, например, в городе Азаз, расположенном неподалеку от Алеппо, можно услышать и иные мнения. Я категорически против этого, на все 100%. И те группировки, которых объединило прекращение огня, не будут едины на войне, они окажутся по разные стороны. Я против прекращения огня, потому что наша основная цель была избавиться от Башара Асада, а Башар Асад остается.